понедельник в Самарской области пасмурное небо, местами осадки в виде небольшого снега с дождем. Днем -1, -3 градуса, ночью 0, -2. Ветер южный 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, пройдет снег с дождем. Днем -1, ночью 0 температура. Южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег и дождь. Температура воздуха днем -1, ночью 0 температура. Южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо, пройдет небольшой снег. Днем -2, ночью -1 градус. Южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.